Помочь сберечь и сохранить природу, а также своими руками сделать окружающий нас мир привлекательнее, может абсолютно каждый из нас. С 7 по 16 октября в Татарстане проходит республиканская природоохранная акция «Неделя леса 2017». К благотворительной акции «Неделя леса 2017» присоединились сотрудники и студенты Казанского федерального университета. Каждый из них принял участие в облагораживании леса и высадил аллею елочек. Вооружившись лопатами, ведрами, саженцами, студенты-первокурсники Института экологии и природопользования Казанского университета поспособствовали преображению леса в Боровом Матюшино. Это их первый шаг на пути к экологической деятельности. Экологи всегда принимали участие вот в подобных акциях. И эта акция, конечно же, не стала исключением. Тем более, что сейчас в университете у нас идет неделя добрых дел. И вот хорошей кульминацией завершения этой вот недели как раз и является вот эта посадка леса. Посадка происходила в три этапа. Сначала с помощью лопаты в земле делалась небольшая трещина. Туда закладывался саженец, и потом он аккуратно приминался землей. Для того, чтобы выбрать лес, который нуждается в посадке елочек и деревьев, необходимо учитывать многое. Полноту леса, состав насаждения, а также возраст деревьев. Данная акция действительно дает большой вклад в озеленение нашей республики. Можно даже сказать, что это является выполнением указа президента по созданию зеленых колец вокруг крупных городов, населенных пунктов. Ну, что мы сегодня и успешно делаем с вами. Подобные акции проводятся два раза в год, весной и осенью, с целью привлечения внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесных ресурсов. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.